Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет, друзья! 49-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, борющаяся с раком мозга, уже в самое ближайшее время может вновь появиться в кино и на сцене. По крайней мере, такой прогноз дают врачи, работающие со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Специалисты говорят о существенном прогрессе, достигнутом в последние месяцы. Настя уверенно идет на поправку, скоро вы ее увидите в кино и на сцене, уверяет источник издания PopCake. Кстати, соседка Анастасии по элитному поселку Наташа Королева тоже сообщила, что та активно выздоравливает. «Да, мы рядом живем, слава богу, говорят, что новости хорошие, и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — сказала Королева. Певица также отметила, что ее Заворотнюк связывают в том числе и профессиональные отношения. Они вместе снимались в сериале «Моя прекрасная няня». Ранее дочь Заворотнюк, Анна, говорила о том, что верит в полное выздоровление матери и ждет, пока все образуется. Будем надеяться, что актриса в самом ближайшем времени порадует поклонников хорошим самочувствием и собственной улыбкой в прямом эфире. В конце апреля корреспондент КП звонила другу Петра Чернышова, мужа Анастасии. Друг поделился хорошей новостью, Настю выписали из больницы. «Только что говорил с Петей, он сказал, Настя дома, рядом с ним, и она хорошо себя чувствует». Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения. О заболевании актрисы знает даже президент Владимир Путин. Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгарда РАН Александр Макаров лично рассказал президенту России о лечении Заворотнюк. Александр Макаров рассказал Владимиру Путину о новой генной вирусной терапии, которую применяют к пациентам с терминальной стадией рака. По словам специалиста, эту терапию используют на добровольцах, для которых уже неэффективны другие методы лечения. В своем докладе Макаров также отметил, что в институт уже обратились родственники Анастасии Заворотнюк. Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы, злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию, заявил он. Поклонники очень переживают за жизнь актрисы. И если действительно произойдет такое чудо, что Анастасия вернется в кино и на сцену, это будет большая общая победа.